Российские хоккеисты-любители настолько суровы, что в хоккей играют не только на льду. Валенки, снег и теннисный мяч 22 декабря собрали на площади перед СКК имени Блинова самых преданных поклонников этого вида спорта. Сегодня здесь будет небольшой блиц-турнир Кубок Авангарда и Минспорта. Мы заранее зарегистрировали 20 команд. И посмотрим, кто сегодня будет обладателем этого кубка. Здесь достаточно разновозрастная компания. Мы не делали каких-то особенных ограничений. Вот. Ну, конечно, все рассчитано для мячей, любителей хоккея, любителей спорта. За Кубок Авангарда и Минспорта сражались команды, в каждой из которых по 3 игрока. Матчи проходили в упорной борьбе. Уступать никто не хотел. Тем более, что помимо главного трофея, победителя ожидала путевка в Балашиху на 2 игры любимой команды Авангард. Главная цель – победа, конечно. Для любых соревнований это победа. Охота съесть Балашиху, охота поддержать команду. Ну и, конечно, интерес какой-то спортивный. На валенках играли когда-нибудь? Давно, в детстве. Очень тоже вытаскивали во дворе ворота, ставили, играли с ребятами. Так что есть небольшой опыт. На льду принимали, было еще в школе лет 15 назад, насколько помню. Выиграли городской турнир. А на валенках это первое, что-то новое для нас. Ну, все интересно, задорно, организаторы молодцы. И всему Авангарду удачи, вперед, только победа. Хоккей на валенках в Омске проводится каждый год, но обычно на площадке выходили государственные и муниципальные служащие. Идея сделать турнир для всех желающих – результат сотрудничества Минспорта и хоккейного клуба «Авангард». Есть планы сделать такой турнир традиционным, проводить его всегда. Ну и отбоев желающих не было после объявления регистрации там. За какие-то там сутки, наверное, набралось необходимое количество участников, что лишний раз подтверждает, что хоккей в Омске любят, хоккей в Омске знают, ценят. Вот, и в любых его формах, на льду, на валенках и даже на песке всегда находятся свои сторонники, участники, и мы никогда не испытываем проблем, чтобы провести такие мероприятия. В результате прошедших игр определился победитель – команда «Шторм». 15 и 17 января они отправятся в Подмосковье и станут свидетелями матчей любимого хоккейного клуба. Омский!